В первых числах сентября в универсальном спортивном комплексе ЦСКА проходил чемпионат России по прыжкам на батуте. Этот вид спорта отличается красотой и зрелищностью. Несмотря на кажущуюся легкость, все упражнения требуют большой физической отдачи и максимальной концентрации. На сегодняшний день прыжки на батуте официально включены в число олимпийских видов спорта. В соревнованиях участвует 28 регионов нашей страны, 201 участник. Данное соревнование является последним этапом отбора в сборную команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в ноябре месяце в Соединенных Штатах Америки. Заявились на участие в этих соревнованиях, были допущены 5 спортсменов ЦСКА. Это Александр Азарян, Сергей Азарян, Михаил Мельник, Яна Павлова и Воронина Виктория. На данный момент, значит, уже Азарян, Сергей и Мельник Михаил выиграли чемпионат России в синхронных прыжках. Вот сейчас, через несколько минут, начнутся соревнования в индивидуальных программах по прыжкам на батуте. Это одна из олимпийских дисциплин, которые представлены на Олимпиаде. В финале индивидуальных соревнований Сергей Азарян занял второе место, а Михаил Мельник выиграл турнир на призы президента Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова. Отдохнуть армейцам не удалось. Сразу же после соревнования они улетели на этап Кубка мира в Португалию. Такова спортивная жизнь.